Для того, чтобы создать отчет, выделите желаемую зону. Нажмите кнопку «Единичный отчет», запускается ассистент создания отчетов. Слева вы можете выбрать предустановленные настройки содержания отчета. Справа вы можете самостоятельно настроить содержание отчета. Снизу вы можете задать период, за который создается отчет. Выберите место, куда вы хотите сохранить отчет, и нажмите кнопку «Сохранить». Отчет создан.